Информбюро. Войска. 26 января 1943 года. 21-я и 65-я армии в районе Мамаева кургана южнее поселка Красный Октябрь соединились с войсками наступавшей с востока 62-й армии. Группировка противника расчленена на две части – южную в центре города и северную, в районе заводов Баррикады и Тракторного. Против южной группы гитлеровских войск бои вели 64-я, 57-я и 21-я армии, против северной – 62-я, 65-я и 66-я армии. Паулюс находился в расположении южной группы немецко-фашистских войск. В этот день штаб 6-й полевой армии меняет местоположение. Из подвала здания больницы Водников переходит в подвал центрального универмага. До победы в Сталинградской битве оставалось 7 дней.